Советская Республика напрягала силы в борьбе с белой армией Деникина, рвавшейся к Москве. Защищать столицу уходили рабочие полки. Провожая их, Ленин выступил с речью с балкона Моссовета. В граммофонной записи сохранилось обращение Ленина к Красной Армии. Слушайте голос Ильича. Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными припасами русским помещикам, которые ведут против советской власти войска из Сибири, из Дона, Северного Кавказа, желая восстановить власть царя, власть помещиков, власть капиталистов. Нет, этому не бывать. Красная армия непобедима, ибо она объединила миллионы трудовых крестьян с рабочими, которые научились теперь бороться, научились товарищеской дисциплине, не падают духом, закаляются после небольших поражений, смелее и смелее идут на врага, зная, что близко полное его поражение. Участники парада демонстрировали свою боевую готовность защищать Республику Советов от врагов рабочего класса. Советская Республика напрягала силы в борьбе с белой армией Деникина, рвавшейся к Москве. Защищать столицу уходили рабочие полки. Провожая их, Ленин выступил с речью с балкона Моссовета. В граммофонной записи сохранилось обращение Ленина к Красной Армии. Слушайте голос Ильича. Товарищи красноармейцы! Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они помогают деньгами и военными.